В городе Косше официально прописаны 53 тысячи жителей, из них более 10 тысяч школьного возраста. В регионе 5 учебных заведений, в этом году к ним добавится еще 2. Одна из них – это 5-я школа-гимназия. После завершения строительства с новой школой ознакомился аким города Гайдар Касенов. Лицей готов принять 3000 учащихся в 2 смены. Имеется более 100 кабинетов, 2 спортивных зала. Полностью оборудован актовый зал на 280 мест и столовая, вмещающая 360 детей. 4-этажное здание оснащено современными технологиями. Скоро забьется или пожар, здесь поступает сразу на диспетчерскую службу сигнал. То есть здесь будет находиться постоянно круглосуточный человек, который будет следить за всем этим оборудованием. Коши Галаса, Узнер Разблес, Ека Жилгана Болда. Город Коше только 2 года назад получил новый статус. Это школа «Частная инвестиция» – 7,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день получено 2,5 тысяч заявок на поступление в школу-гимназию. У нас сейчас строится 3 школы, 2 школы откроются в этом году. Она будет 100% на государственном языке. В школе будут открыты 22 начальных, 18 средних и 12 старших классов. Кабинеты учеников каждого звена окрашены в разные цвета. Начальные классы с желтым, средние – зеленым, старшие – синим. Это учебное заведение имеет кабинет робототехники, гончарную мастерскую и за студию кружок виртуального автовождения. Кроме того, в школе будут работать более 100 высококвалифицированных педагогов. Желающих работать в современном учебном заведении много. На одно место подавали заявки более 50 человек. У гимназии своя уникальная учебная программа. Из 10 первых классов 4 класса будут считаться гимназией. У них особая учебная программа. 4,5 часа дополнительных занятий. У нас много дополнительных кабинетов. Есть гончарная мастерская, кабинет робототехники. Каждый учитель пишет свою авторскую программу. В городе полным ходом ведутся строительные работы. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся при 2 школах. Он включает в себя 1 бассейн и 2 спортивных зала. Также проводится капитальный ремонт городских дорог. В этом году 40 километров дорог будет отремонтировано и введено в эксплуатацию. По городу у нас 185 километров дорог. В прошлом году мы закончили 95 километров. В этом году должны завершить еще около 35. 16 улиц – это одна из дорог, которая строится к школе. Город живет очень активно. Помимо строительных, проводятся также ремонтные работы. Продолжают возведение жилых домов. Также немало проектов запланировано на будущее. Эльмира Аспанова, Резагуль Шаменова, Журсино Мирзак, Кокшиакпарат.